примем. Специально для вручения совместной награды к нам прибыл художественный руководитель приза имени Леонида Мясина, господин Даниэле Чиприани. Buonasera. Ho sempre sentito che fosse importante istituire un legame tra questi due premi che rendono omaggio alla straordinaria avventura dei balletti russi di Diaghilev e ai loro artisti come Benoit e Massin. Ringrazio per questo Yuri Grigorovich, Nina Lori e Nergira Rechifiorova, che hanno accolto con entusiasmo l'idea. Il matrimonio tra questi due premi non bastava però, ci voleva un figlio. Questo figlio è il Prix Benoit Massin Mosca Positano. Я давно стал задумываться о важности установления связи между двумя премиями, которые дают дань уважения русскому балету Дягилева и его участникам Александру Бенуа и Леониду Мясину. Я благодарю Юрия Григоровича, Регину Никифорову и Нину Лури за то, что они с энтузиазмом восприняли мою идею. Но одного лишь бракосочетания между нашими премиями было бы недостаточно. У них должно было появиться дитя. И таким детищем стала новая премия Мясин-Бенуа «Москва-Позитано». Il legame particolare tra Positano e gli artisti russi del balletto è noto. Per le strade di Positano hanno passeggiato Diaghilev, Nijinsky, Massin e Nurajev hanno amato questa terra fino a comprarne le isole legali situate di fronte a Positano. Stasera sento che stiamo simbolicamente riportando Massin nella sua città natale, nel suo teatro Bolshoi. Между Позитано и русскими деятелями балета существует особая связь. По его крутым улочкам гуляли Нуриев и Нижинский. Мясин так полюбил эту залитую солнцем землю, что даже захотел купить маленький островок Легалли напротив Позитано. И сегодня вечером я чувствую, что мы вернули Мясина в его родной город и его родному театру. Proprio oggi il maestro Grigorovich mi ricordava l'importanza dei legami che nell'Ottocento esistevano tra i balletti italiani e Bolshoi. E ciò mi rende ancora più commosso di essere qui stasera. Com'è diversa la magnificenza del teatro Bolshoi dal nostro palcoscenico a Positano sulla spiaggia al chiaro di luna, ma è straordinario come il linguaggio della danza sia universale in tutto il mondo. Только сегодня с маэстро Григоровичем мы вспоминали о тех важнейших связях, которые были в XIX веке между итальянским балетом и Большим театром. И поэтому для меня еще более волнительно быть сегодня на этой сцене. Как отличается величие этого храма балета от нашего театра на пляже в Позитано под светом луны? Но удивительно, что язык танца универсален для всего мира. Questa sera ho l'onore di consegnare il premio Benoit Massin, Mosca Positana, ad una grande artista, pupilla di un grande coreografo del Novecento come Mazzek, ad Anna Lacuna. И сегодня я имею честь вручить премию Benoit Massin, Mosca Positana, великой артистке Ане Лагуна. Спасибо всем тем, кто танцует.
еще раз поприветствуем и поблагодарим.